2 хп представляет. Соло, мои всем друзья, с вами 2 хп. И у нас сегодня первый рабочий день в аэропорту Кефлавик, что в Исландии. Меня обучили каким-то основным позициям, что я должен делать. И поставили в ночную смену. Единственное, что у меня есть, это вот этот замечательный планшет, через который мне и нужно будет смотреть какие-то задания. Ой, нет, все-таки 3D-карта была поадекватней. Ну да ладно, с этой тоже справимся. Так что, да, сегодня отработаем смену. Очень, очень много нужно всего сделать. Итак, у нас прибыл рейс. Давайте посмотрим, что это за рейс. Значит, сколько сейчас времени? Сейчас 17:42. Один из рейсов прибывает в 18:10. Давайте его отметим. И давайте прокрутим время до этого момента, когда он прибудет. Нажимаем apply. Окей. Так, у меня, если что, если будет очень громко, есть наушники специальные. Мы надеваем, и все прекрасно глушится. Так что да, я, наверное, их одену. Пусть будет. Значит, 18:10 у нас должен сейчас прибыть рейс, который мы ждем, и мы его будем обслуживать. Ага, вот смотрите. Самолету, стоящему на 10-й дорожке, нужно прицепить ГПУ. Да, вот он, короче, завелся. Он якобы приземлился, я так понимаю, потому что ГПУ присоединяется к только что приземлившимся суднам. Я сейчас объясню, что это такое. По крайней мере, сейчас я немножечко все-таки подыму. Так, для начала нам нужно взять вот эту вот машинку электронную, присоединить к ней вот эту штуку. Это что-то наподобие трансформатора. И подъехать на этом всем к нашему самолету. Давайте заводимся. Не знаю, очень громко. Но нет, пока вроде нормально. Я просто в этих наушниках... Нет, все-таки очень громко, да? Ладно, тогда буду в наушниках, окей. Я просто в этих наушниках очень плохо слышу, как заводится машина. А здесь много звуков, на самом деле, надо отслеживать. Давайте подцепим. Нам нужно... Оп, тихо, аккуратно. Нам нужно... Вот эта вот штука. Прицепляем ее. Садимся. И поехали. Короче, когда самолет приземляется, пока у него работают двигатели, он вырабатывает электричество. Это электричество тратится на нужды самого самолета. Это там свет и так далее. И, соответственно, пассажиры, когда уже выходят из самолета, выходят они из неработающего вроде как. Но я могу ошибаться. Ну, в общем, он работает не постоянно. Тем не менее, самолет постоянно должен иметь доступ к электричеству. И вот эта штука, вот эта ГПУ, это и есть этот доступ к электричеству. Вот здесь у него есть разъем. Значит, мне нужно подъехать. Я надеюсь, она не будет сильно лагать, потому что это только демка. А, да. Вот, соответственно, нам нужно открыть крышечку. И подключить питание самолета. Где этот шнур? Вот он, оп. Прям как электромобили. Ну, типа зарядки, да, типа зарядки. Чё я мудрю? Просто зарядка. Окей, громко? Громко, да, нет. Не буду снимать наушники, хорошо. Всем нам выдали наушники, чтобы мы работали только в них, потому что это опасно для ушей, очень много децибел. Так, нажимаем включить. Нажали. Теперь надо зажать на 3 секунды движок. Раз, два, три. Вот он заработал. И теперь нужно в
включить вот эту кнопку. И сейчас я посмотрю по заданию, по-моему, вторую тоже. А, нет, все. Я так понимаю, начал заряжаться. Все, теперь самолет питается вот от этого большого аккумулятора. Теперь... Это 10-я дорожка. Теперь нужно подогнать машину с лестницей, чтобы выгрузить пассажиров. Нужно делать быстрее, потому что пассажиры ждут. У меня тут, к сожалению, нету. Мне коллеги не оставили поблизости автомобиля. Вон там стоит. Мне сейчас нужно будет до него добраться. Так, вот мы добрались. Залезаем. Заводимся. Вот видите, я завожусь и не слышу. Так, свет фары нам нужно. Дальний. И не слышу звука самого завода. И это... Немножко... Ой, как громко. Нет, не буду включать. Немножко сбивает. Потому что по некоторым звукам ты ориентируешься. Так, выгрузка самолета всегда производится слева. Всегда. Вот слева у нас есть дверь. Нам нужно подогнать нашу вот эту лестницу. Аккуратненько. Вот так вот. Аккуратненько еще. Еще аккуратненько. Мне кажется, я... Нет, попадаю нормально. Отлично, я бы даже сказал, попадаю. Так, теперь нужно сдать назад. Все. Поднять трап. Вот так. Еще немножко вперед, все. Теперь нажимаем Y. Это стоповики. Снизу, видите, вылезают стоповики. Мне нужно Enter подтвердить, что готово все. Я нажимаю Enter. Лампочка мигала зеленая, она остановилась. Теперь что нам нужно? Чтобы вышли пассажиры, нужно открыть дверь и выдвинуть борты безопасности. Но их нужно выдвигать только после того, как мы открыли, собственно говоря, дверь самолета. Раз. Два. Все. Пассажиры могут спускаться с борта, но для этого нужно подогнать, наверное, им автобус. Я правильно понимаю? Давайте посмотрим по заданиям. Да, подогнать автобус. Сейчас я найду себе автобус и подгоним его к самолету. Так, вот наши транспортные автобусы. Они вон аж где находятся, вон наш рейс стоит. Залезаем в первый попавшийся. Окей, здесь, наверное, не громко. Да, здесь не громко, кстати. Но гул все равно стоит. Я даже не знаю, возможно, я могу этот гул как-то... Planes volume, вот. Нужно будет в наушниках постоянно находиться. Так, погнали. Вот туда нам надо подъехать. Но я не могу просто так напрямую шуровать на этом автобусе, потому что там тоже самолет ездит и другие рабочие. У нас есть в аэропорту конкретная дорога. То есть есть дорога для самолетов, есть дорога для транспорта, которая обслуживает эти самолеты и рейсы. Так, а мы сейчас что? А, мы будем... Подожди. Нет, мы же будем... Подожди секунду. Мы же будем загружать сейчас drive us to terminal. Да, to the terminal. Да, к терминалу нам нужно подогнать автобус. Мы сейчас будем загружать пассажиров на рейс. Все, мы заряжаем наш самолет энергией. Сейчас подвезем туда наших пассажирчиков. Ну-ка. Окей. Так, все хорошо. Ждем, пока все пассажиры поднимутся на борт автобуса. Так, окей. Посадка вроде закончилась. Закрываем двери. И поехали. По-моему, у меня даже есть поворотники.
Да. Все, нам нужно подъехать, опять же таки, слева самолета. На тренингах нам говорили сильно не гонять и резко не поворачивать, потому что люди, большинство пассажиров, находятся в автобусе стоя. И дабы не уронить их в процессе транспортировки, очень я загнул, подожди. Но здесь есть конус безопасности, нужно аккуратно тоже с ними обращаться. Вот сюда вот паркуемся. Немножко проседает FPS, да, потому что игра не совсем оптимизирована. Все, открываем двери. Сейчас будет такой же долгий процесс, а только уже высадки. И его ускорить, к сожалению, как нельзя. Но мы никуда не торопимся, мы на работе. Время идет, а деньги капают. Так, отлично, практически все вышли. Что нам нужно будет сделать дальше? Нам нужно будет отогнать автобус. Вон, кстати, рейс приземлился. Нам его тоже нужно будет обслуживать, но для начала закончим с этим. Так, отогнать автобус. Куда-нибудь в безопасное место, я, правда, не знаю. Что есть безопасное место? Здесь давайте отгоним его к терминалу. Мне кажется, это... надежное место. Не знаю, на тренингах об этом не говорили, но есть зоны специальные вокруг самолета. Они огорожены специальными такими линиями, в которых, собственно, и стоят. Ну, вот как здесь справа, вот здесь вот. И там постоянно, даже иногда в хаотичном порядке, стоит вся эта техника. Так что нормально. Все, гасим. Выходим. Что нам нужно? Нам нужно закрыть дверь. Сейчас я посмотрю, конечно, задание. Я, наверное, наушники... Нет, сейчас пока не буду одевать наушники, нормально. Сносно. Закрыть дверь. Отсоединить лестницы. И с багажом разобраться. А, я понял, хорошо. Так, хорошо, убираем эти мостки безопасности. Закрываем дверь. Так, нужно будет отогнать эту штуку, причем, ну да, отогнать ее тоже подальше куда-нибудь вот туда. Потому что здесь он воспринимает ее как преграду. Так, я не знаю, я оглушил, нет? Заводимся. Убрали ноги, заводим. Нужно опустить трап. И отъезжаем куда-нибудь вот сюда. Сейчас поставим наш... Главное, не врезаться ни во что. Сюда куда-нибудь отгоним, чтобы он никому не мешал. Вот, в принципе, отличное место. Все, глушим, выходим. Это готово. Нужно сейчас разобраться с багажом или потом, я не знаю. Давайте посмотрим, что у нас по списку. Загрузить багаж вперед... C05. Это наша ячейка, где нужно забирать багаж. Понятно. Так, и... Я надеюсь, это не будет нам мешать. Я очень надеюсь. Хорошо. Короче, поехали за багажом. Чтобы забрать, я думаю, я по дороге сейчас встречу, да, эти... машины специальные. Вот это мне нужна машина и тележка. Они соединены. Я думаю, мне одной хватит. Давайте садимся. Заводимся. Мне пришлось снизить настройки графики в этой игре. Хотя она, ну, очень красивая, но она плохо оптимизирована. И она дропает FPS просто бешено. К сожалению. Поэтому я практически все на минималке выставил. Так, присоединяем тележку. Одну возьмем. Одну, правильно? Правильно, одну. Все, и погнали. Я уже знаю, где находится наш багаж. Поехали его забирать. С... С05.
C05 наша ячейка. Сейчас мы ее найдем. Еду я, конечно, не по дороге. Конечно же. Блин, а вот транспорт тут тоже какой-то громкий мюзик. Потише. Я думаю, будет норм. Хотя вон тоже есть. Так, нам вот сюда. C05. Окей. Так, в левом верхнем углу написано, что рейс, вот этот, который, наверное, 79-й, который идет на 79-й путь, он приземляется в 18:10. Он, наверное, в процессе сейчас приземления. Так, C05. По-моему, он... Вот там... Здесь еще какое-то странное движение, типа налево. Это вот... Так там у них работает. У нас обычно, не знаю, направо всегда нужно поворачивать. Ну, потому что движение правостороннее. Так, вот это, походу. C05, не вижу. Да, C05. Окей. Можно даже не глушиться. Нам нужно... Да ладно, это все? Мне кажется, нужно было два прицепа пройти. Окей. Грузим чемоданы. А есть еще такая штука, нас тоже обучали. То есть я сейчас буду загружать чемоданы. Сначала есть... давайте начнем с другого. Давайте начнем с того, что я не могу дотянуться до чемодана. Есть два резервуара для карго, для груза. Передний и задний. Передний находится вот там, где я вам сейчас показал. Задний находится в хвостовой части. Я сейчас буду обязательно загружать... В первую очередь именно передний, потому что есть такой термин, как они его назвали, tail hit или что-то типа того. Короче, чей-то чемодан вывалился, ничего страшного, нужно упаковывать в пленку нужно упаковывать, тогда все будет нормально. А я их, по-моему, могу крутить, да. Но это не помогает. Так как баланс самолета рассчитан очень строго, то нагружая ту или иную часть, переднюю или заднюю самолета, мы этот баланс нарушаем, соответственно. Так, вроде все. Все, погнали. И если я нагружу сильно хвост, то самолет, вы же видели, что хвостовая часть относительно колес выпирает гораздо сильнее. И если я сильно перегружу хвост, то он может перевесить самолет, и самолет просто ударится хвостом об землю. И поэтому я буду загружать... Вообще, я надену наушники очень громко. Поэтому я буду загружать именно переднюю часть сначала, потом уже заднюю. И выгрузка происходит точно в таком же порядке. Так, нам туда вроде, да. То есть сначала мы выгружаем хвост, чтобы не было такого, что мы выгрузили сначала спереди самолет, а в хвосту остался груз, и он опрокинул самолет назад. То есть сначала мы разгружаем хвост, потом разгружаем переднюю часть. Как-то так это работало. Вот это да. Ну, я же вам сказал, это ночная смена. Поэтому здесь будет сейчас немножко темновато. Да, уже очень громко, тогда будем в наушниках работать хорошо. Так. Наверное, сейчас поедем так же, как автобус. И я надеюсь, он мне здесь не помешает. Ты его так запарковал, конечно. Да. Здесь есть еще вот такие штуки. Это белты. Белты для загрузки багажа, но я их использовать не хочу, потому что это лишняя морока. Но в реальной жизни они, конечно же, есть. Так, все, стоп. Потому что вручную багаж загружать очень и очень накладно. Значит, открываем передний карго. Сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, по 5 загрузим вперед и назад. Вот так вот аккуратненько. Оп. Раз.
2, вот это все действие чем-то мне напоминает My Summer Car, если честно. 3. 4. 5. Я неправильно посчитал. Так, как-нибудь сядь нормально. Нет, нормально. Все, закрываем. Вроде терпимо. Просто хочется, чтобы звуки были. Так, и теперь едем к заднему карго. То есть, а с этим белтом, это нужно сначала подгонять этот белт, поднимать ленту, равнять ее с загрузочным вот этим отверстием. Потом подвозить к заду белта уже вот эту тележку. И через тележку, ну типа с тележки на белт, белт поднимает и с белта туда. Это, короче, ну, просто костыли такие. Здесь в игре это делать не обязательно, насколько я вижу. Ну а в реальной жизни, конечно, ну просто, я думаю, там... Ну да, представляете, вот чемодан, мой там весит некоторые килограмм, может по 30, по 25. И вот так вот над головой поднять 20 штук. Ну я не думаю, что там в аэропорту качки работают, да? И вообще нам столько не платят на самом деле. Так, все, последний чемодан. Загружаем. Сейчас уже будем тогда отправлять наш рейс. Так, загрузили. Теперь нужно ГПУшку, наверное, отключить. Давайте посмотрим вообще позад... А, нужно отогнать, подожди. Вон, кстати, подъезжает уже следующий рейс. Мне кажется, нам тоже его нужно будет обслуживать. Давайте отгоним. Куда-нибудь безопасное место. То есть вот это место может считаться безопасным. Видите, здесь сплошная линия есть. Если я сюда запаркуюсь, заглушусь, то все будет нормально. Значит, так. Чего у нас там по заданиям? Отсоединить ГПУ. Signal flight crew to start APU. Wait for APU start. Disconnect ГПУ. Ага. Да, нас тоже этому учили. Я надеюсь, это... А вот нифига. Короче, вообще фишка в том, что я должен дать команду этим проводникам, ну вот, пилотам, чтобы они запустили движки, чтобы... Может, я вот так там команду? Чтобы самолет начал вырабатывать электричество. Может, как-нибудь так? А, вспомнил, не на Q, на кнопку 1. Все, ground crew. Экипаж. АПУ. Turn on, включить АПУ. Они сейчас включат движки. По идее. Как нам рассказывали. Ну, по крайней мере, вот турбина начнет работать, вот эта задняя. И самолет начнет питаться уже сам от себя. И мне должны тоже дать обратный ответ, что все. Самолет на вот этих, на максимальных оборотах. Я в наушниках. Нет. Питает сам себя. Можете отключать ГПУ. Ой, это стоповые закрылки, что ли, да? Короче, надо подождать, надо послушать. Да, вот он набирает, я вижу мощность. Значит, все нормально. Значит, все идет по плану. Значит, меня не уволят. Вот, все. И теперь, ну, я услышал сигнал. Это проводники мне дали сигнал о том, что можно выключать. Я его выключил, по-моему, да. И можно отсоединить. Но его сначала надо, на самом деле, выключить. Потом отсоединять. Точнее, выключать его надо после сигнала. Закрываем. Так, эти мы закрыли. Багажное отделение. Не знаю, что дальше. Ага, очистите место рядом с самолетом. Ну, давайте отгоним его куда-нибудь вот сюда. Вот, здесь еще такая вафелька. Я думаю, вот здесь точно можно парковаться. Все, глушимся, выходим. Рейс готов? Нет? А, убрать конусы и стоповики, точно. Там мне нужно
делать тоже самому. Короче, собираем конусы. Раз, два, три. Вообще, вот здесь тоже сзади должен конус один стоять. Правда, не вижу нифига. Его забыли поставить. Конусы ставил не я, ничего не знаю. Опять максимальное количество набрал, ладно. Уносим конусы. Вообще, я их обычно вот сюда складываю. Так, и вот эти три штучки. Раз, два, три. Относим. И стоповики, вот видите, под колесами они тоже стоят. Их тоже надо убрать. Вот эта цифра, которая вправо сверху, вот это я не знаю, честно говоря, что такое. Так, раз, два, три. И еще нужно будет вот здесь вот ключик специальный убрать, тоже сейчас вам покажу. Так, ну это вроде не надо дропать, да? Вот здесь нужно убрать вот этот ключ. Это, ну, не дает пилотам поворачивать самолет для непредвиденных обстоятельств, чтобы не было их, чтобы самолет никуда не поехал, никуда нет. Он просто блокирует переднее колесо, как нам объясняли. Так, и уйти самому. И вот это тоже убрать. Видите, законы саня. Так, вроде все. Что он хочет от меня? Он запустил движки. Сейчас нужно будет одевать, наверное, наушники. Почему он запустил только один? Так, мне нельзя заходить за эту линию. Все. Самолет взлетает. Давайте посмотрим задание. Все. Можем, в принципе, полюбоваться. Наверное, он сейчас будет улетать. Не знаю, давайте посмотрим. Ну, может, конечно, и не будет взлетать. Не знаю, что-то пока разогревается. Ладно, давайте не будем от расписания отставать. У нас есть еще следующая работа. Вот 79-я дорожка. У нас прибыл рейс. Запарковался на 79-й путь. Сейчас посмотрим, если есть что-то новенькое. Тоже выполним эту работу. Если есть что-то новенькое. Place конусы. ГПУ. Лестницу. Автобус. Блин, к сожалению, ничего нового нету. Тоже расставить конусы и стоповики. Подключить питание. Лестницу подогнать. Подогнать автобус, грузить пассажиров, отвезти пассажиров, выгрузить. И багаж разгрузить. И в принципе все. Мы это уже сделали с вами. Все, это сейчас нужно будет просто повторять. Так что, да, тогда не буду. Давайте я включу сейчас все на максималку, покажу вам, как это выглядит на максимальных настройках. Это на самом деле довольно красиво, но оно со временем, тем более, очень-очень сильно дропает FPS. А так очень даже красиво. Тогда не будем повторяться. Все эти задания мы сделали. Вот такая вот игрушка, это демо-версия. Да, и если кому-то нравится тематика самолетов, если вообще кто-то питает нежные, теплые чувства вот к аэропорту, к самолетам, категорически рекомендую ознакомиться даже с демо-версией, даже несмотря на то, что она там типа в раннем доступе и все дела, типа демка пока. Да, получите от этого удовольствие. Мне лично вот понравилось. А на этом пока сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится, и до встречи в следующих видосах. Счастливо!